Отраслевая олимпиада школьников «Газпром» как путевка в опорный вуз. Учащиеся 6 профильных классов в Надыме, поселках Пангады и Ярсали приняли участие в первом отборочном этапе. Испытания традиционно проводятся по 5 предметам – математике, физике, химии, информационным технологиям, экономике – и позволяют выявить одаренных школьников, планирующих связать свою будущую профессию с газовой отраслью. Участники выполняют задания в заочном формате в онлайн-режиме через интернет. Результаты отборочного тура будут известны в конце января. Второй тур запланирован на февраль-март. Сейчас прошли первый этап порядка 80%. Но, как по опыту могу сказать, что основная нагрузка и основное, скажем так, самое главное мероприятие, событие – это второй этап. Вот по результатам уже второго этапа можно уже судить о уровне и качестве подготовки наших ребят в образовательных учреждениях города Надыма. Города Надыма, поселка Пангады и Ярсали. По прошлому году у нас есть хороший результат. Ребята у нас занимали первые места. Могу сказать, что первые места достаточно, помимо того, что и дают дополнительные баллы при поступлении в вузы, также там материальные, скажем так, вознаграждения есть для победителей.